Продолжаем с вами синхронизацию, кулачный вариант. Несколько ступеней. Первый вариант – это работа с мячком, второй – работа с партнером. Итак, ступень номер раз. Топаем и начинаем отстреливать левой рукой. Работаем раунд. Следующий раунд работаем полностью только правой рукой. Вторая ступень. Начинаем усложнять. Работаем двумя руками, но с одноименной ногой. То есть левая нога, левая рука. При этом смещаемся, насколько возможно. Ищем варианты разрыва дистанции, входа, выхода и смещения. Кулак втыкаем в цель. Следующий раунд, соответственно, разноименные, то есть правая рука, левая нога. Следующий раунд более сложный. Поработаем почтальоном, то есть двойка одной рукой и третий второй рукой. В частности, работаем правшой, значит, два левый, один правый, два левый, один правый. Раунд работаем правшой, раунд работаем левшой. Следующим образом. И переходим ко второй стадии работы с партнером. Здесь важным моментом будет то, что работают оба. Один учится атаке уже в относительно реальном перемещении по противнику, который движется. Другой старается на тех же топах отрабатывать все варианты защиты. Это важно, именно синхронизация. Итак, первая ступень у нас работа левой рукой. Работа одноименная, рука-нога. Разноименная рука-нога. Один маленький момент, который стоит учитывать. Когда вы атакуете, противник не только разрывает дистанцию, он может начать вас прессовать. Ваша задача не остановиться в этот момент, а продолжая атаку, начать разрывать дистанцию, закручивать. Мы не останавливаемся, пока не остановится раунд. Если далеко, вы стреляете в воздух. Итак, противник, защищаясь, давит вас. Ищите маневрирование, не стойте на месте, не топайте на месте. Соответственно, следующий у нас почтальон. Два левый, один правый. Наоборот, два правый.
ногой левой. И еще один вариант полусвободный. Противник самостоятельно атакует, как он хочет. Мы выискиваем момент защиты, чтобы вставить свою контратаку. Не спешим. Главным остается синхронизация работы всего тела и взаимодействие с противником. Именно в нашей атаке и сокрыта наша защита. Пробуйте.